Анастасия Волочкова потребовала денег от Большого театра. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Лента.ру сообщает, что бывшая балерина хочет подать в суд на Большой театр из-за того, что ей не выплачивают пенсию. По словам Анастасии Волочковой, артистки балетного танца рано уходят на пенсию, поэтому она пенсионерка с 38 лет. Артистка также добавила, что желает забрать трудовую книжку из театра, однако ее не отдают. Анастасия Волочкова заявила, что уже обратилась к адвокату, чтобы решить эту проблему. Бывшая балерина отметила, что будет рада любой пенсии, лишь бы ее платили. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!